Друзья, в продажу поступает Honda Stepwagon 2017 года. На бензиновом моторе объемом 1.5, мощностью 150 лошадиных сил. Коробка, вариатор, передний привод. В автомобиле стоят противотуманные фары, линзованная оптика. Установлены оригинальные диски. На зеркалах повторители, стеклоотражатели. Также у автомобиля хорошее техническое состояние, оригинальный окрас, есть ключевой доступ. Салон автомобиля в отличном состоянии, тканевый, мягкий. Также в автомобиле имеется штатная аудиосистема, мультируль, подогрева переднего стекла, подогрева заднего стекла, климат-контроль, регулировка пассажира и водителя. Также установлен круиз-контроль, кнопка старт-стоп. Двери сзади на электроприводе. Для задних пассажиров есть подлокотники, мини-столик с подстаканниками. Регулируются задние сиденья при помощи вот этих рычажков. Вперед, назад. Также этот автомобиль семиместный. Багажник на газолифтах. Также можно эту дверь открыть и другим способом. С этой стороны также дверь на электроприводе. Такие же регулировки для этого пассажира, тоже столик. Также имеется 4 стеклоподъемника, центральный замок, электрорегулировка зеркал. Имеются подрулевые лепестки. И также можно открыть двери салона при помощи вот этих кнопок.